Историко-культурное и научное наследие Казанского университета велико. В стенах нашей альма-матер учились и работали великие люди. Университеты сегодня динамично развиваются, сохраняя историческое наследие. Оно представлено в коллекциях университетских музеев. Музей КФУ находится в Казани и Елабуге. Чтобы о них узнали жители республики, в университете прошла презентация экскурсионных программ по музеям и лабораториям КФУ. Также для всех слушателей состоялись обзорные экскурсии в этнографическом, зоологическом музее и в музее истории. Отметим, каждую субботу КФУ открывает свои двери всем желающим для знакомства с университетом. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.